Самые важные и значимые годы в жизни каждого знака зодиака. Судьбоносные годы жизни для каждого знака зодиака. В жизни каждого человека наступает время, когда им сопутствует удача буквально во всех начинаниях. И время, когда все усилия как будто бы идут прахом. Помимо этих фаз, есть еще и третья фаза, когда в жизни человека происходят буквально судьбоносные события. Каждый человек в своей жизни проходит через определенные решающие периоды, от которых зависит его дальнейшее будущее. Это может быть поступление в университет, выбор спутника жизни, рождение ребенка и другие радостные или трагические события. В эти периоды стоит быть предельно внимательным и осторожным. Вот почему так важно наперед знать судьбоносные годы своей жизни, чтобы быстро сориентироваться и суметь принять верное решение. Определить свои важные годы жизни можно с помощью гороскопа. Итак, давайте узнаем самые важные и значимые годы в жизни каждого знака зодиака. Овен. На жизненном пути овнов ожидает больше побед, чем поражений. Года особой значимости для этого знака зодиака – 15, 19, 30, 35, 40, 45, 57, 60, 66 и 76 лет. Особое внимание стоит обратить на судьбоносные годы после 40 лет. Как ни странно, именно в зрелом возрасте овнов ждет множество кардинальных перемен. Телец. В молодости жизнь тельцов бьет ключом, но это не приносит им счастья. Наиболее реализованными и довольными жизнью люди, рожденные под этим знаком зодиака, становятся после 30 лет. Решающие годы в их жизни – 16, 21, 24, 30, 33, 39, 51, 60 и 64 года. Близнецы. На протяжении всей жизни близнецов ограждает от различных неприятностей какая-то незримая сила, будь то везение или ангел-хранитель. Важные годы жизни для них 10, 20, 30, 40, 50, 64, 70 и 80 лет. В эти жизненные периоды у близнецов все будет получаться само собой, а удача будет способствовать реализации их целей. Рак. До 30 лет решающие события в жизни раков преимущественно касаются личной жизни и романтических отношений. А вот после 30 на долю этих людей часто выпадают события, к которым они совершенно не были готовы. После этого рубежа они нередко впадают в уныние и разочарование. Чтобы окончательно не потерять интерес к жизни, ракам стоит быть особо внимательными к событиям, которые происходят в их жизни в 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 и 75 лет. Лев. На своем жизненном пути львы сталкиваются как с радостными, так и с грустными событиями. Но благодаря своему умению воспринимать все в жизни как должное, они легко свыкаются со всеми переменами. Важные годы в их жизни – 19, 36, 40, 57, 60, 76 лет. Дева. Этих людей больше заботит карьера, личностный рост и финансовые перспективы, нежели личная жизнь. Поэтому большинство перемен и судьбоносных событий будет связано также с этими сферами. Важные годы для дев – 16, 21, 24, 32, 41, 50. Весы. Судьбоносные годы даруют весам шанс стать успешней. В эти жизненные периоды нужно быть особо внимательным и решительным, чтобы не упустить свой шанс и ловить удачу за хвост. Такие решающие годы в жизни весов 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 года. Скорпион. Скорпионы всю жизнь борются с самими собой. Но наградой за строгость и требовательность к себе станут подарки судьбы.
которыми жизнь наградит скорпионов в 15, 25, 30, 45, 50, 60 и 74 года. Стрелец. Каждый судьбоносный год подарит стрельцам огромный жизненный урок. И хотя они не всегда будут приятными и могут больно ранить, в конце концов именно этот опыт поможет добиться успеха и постичь настоящее счастье. Важные годы в жизни стрельцов 15, 19, 36, 38, 40, 45, 57 и 75 лет. Козерог. Козероги относятся к тем людям, которым необходимо заранее все спланировать. Чтобы судьба не застала вас врасплох, запомните эти годы. 16, 21, 30, 31, 33, 41, 50 и 57 лет. Водолей. В судьбоносные периоды все в жизни водолеев кардинально меняется. Но увидеть истинный масштаб таких жизненных перемен они смогут лишь спустя годы. Особое внимание следует придать этим годам 12, 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64 и 72 года. Рыбы. Важные годы в жизни рыб 12, 24, 30, 36, 45, 48, 52 и 60 лет. Но судьбоносные события будут влиять на их жизнь еще очень долгое время. Вы очень эмоционально переживаете все перемены, даже если они очень хорошие. Постарайтесь обрести внутреннюю гармонию, чтобы встречать все события спокойно и счастливо. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.